Ульстинвик – город, коммерческий и административный центр муниципалитета Ульстейн губернии Мюрио-Гэрамсдал, Норвегия. Население города по состоянию на 2009 год составляло 5,251 человек. В городе Ульстинвик проживает 74% населения коммуны Ульстейн. Город расположен на западной стороне острова Хар-Идлендет, в 23 километрах на юг от города Лисун. Экономика – город находится в бухте, и его индустрия связана в основном с судостроением, двумя основными верфями – Альстейн-верф и Клевен-верф. Верф Альстейн-верф принадлежит компании Альстейн-групп, которая владеет еще несколькими компаниями, связанными с морской индустрией, основные из которых – Альстейн-Пауэр и Амп-контрол ЭС и Альстейн-дизайн и Амп-сольюшенс ЭС. В городе десятки связанных с морем предприятий различных размеров и принадлежащих разным фирмам, включая морское подразделение Rolls-Royce Palkes. В 2012 году Ульстинвик был признан самым привлекательным городом Норвегии. Транспорт. Через город проходит норвежская национальная дорога 61, соединяя его с коммунами Хареид, Сула и городом Алисун на севере и коммуны Сана на юге. Через Эйксунский тоннель, построенный в 2008 году, город соединен с норвежской национальной дорогой 653. Город обслуживается одной автобусной компанией Джорт 1 Басмор. Междугородние перевозки из Ульстинвика в Осло выполняются автобусной компанией Norway Bus Express. В 30 километрах от города Ульстинвик расположен аэропорт Орста Вольда Airport, из которого совершаются рейсы в аэропорт Осло. Также в 60 километрах от города расположен аэропорт Элисунд Airport, из которого выполняются, в том числе, международные рейсы. Спорт Хёдеде, норвежский футбольный клуб, является обладателем Кубка Норвегии 2012 года.